Всем привет, мои дорогие любимые зрители! Добро пожаловать на мой канал, на мою кухню. А сегодня мы вместе с вами приготовим всеми любимое лакомство из детства, как всегда. Это песочное печенье курабье. Думаю, многие помнят его вкус, сейчас оно тоже продается в магазинах. Это очень вкусное, рассыпчатое, такое тающее во рту печенье с капелькой варенья. Чаще всего это было клубничное варенье. Знаю, что у многих возникают трудности с приготовлением этого печенья. Оно расплывается в духовке, что-то еще с ним происходит. Поэтому сегодня я поделюсь своим проверенным рецептом. Четко следуйте рецепту, и у вас все обязательно получится. Давайте скорее приступим к готовке и испечем, наконец, эти чудесные печенья. Итак, мои хорошие, начнем с того, что подготовим варенье. У меня сегодня клубничное варенье. Я его слегка пробила блендером для однородности. Оно слегка жидковатое, поэтому его необходимо сгустить кукурузным крахмалом. Для этого варенье отправляем в сотейник. Добавляем столовую ложку кукурузного крахмала. Отправляем все это дело на огонь и держим на огне до закипания. После закипания провариваем ровно 1 минуту. Варенье у вас должно сгуститься, и снимаем с огня. Остужаем и перекладываем в кондитерский мешок без насадки. А теперь приготовим тесто. В замесочное блюдо отправляем размягченное сливочное масло, добавляем сахарную пудру, ваниль, щепотку соли и все это взбиваем миксером на средних оборотах до однородной гладкой массы. Хорошенечко взбили сливочное масло с сахарной пудрой. Теперь добавляем белок и снова все хорошо взбиваем миксером. Не переставая взбивать, постепенно вводим муку. Вот такое тесто у вас должно получиться в итоге. Оно мажущееся, кремообразное, но гораздо гуще, чем тесто, например, на бисквит. А теперь тесто нам необходимо переложить в кондитерский мешок с насадкой. Духовка предварительно разогрета до 170 градусов. Противень застилаем бумагой для выпечки и отсаживаем печенье, как показано на видео. Поскольку тесто густое и кондитерский мешок трудно отлепить от отсаженного теста, я придумала вот такой вот лайфхак с ножницами кухонными. Таким образом вы отрезаете тесто и все хорошенько отходит. Итак, отсадили печенье на небольшом расстоянии друг от друга. Теперь пальцем, смоченным в холодной воде, делаем небольшие углубления для варенья. Заполняем углубление вареньем и отправляем в духовку примерно на 15-20 минут выпекаться до золотистого румяного цвета. Испекли мы с вами печенье. Посмотрите, какое оно получилось красивое, ровное, румяное. Как видите, ничего не расплылось, все прекрасно испеклось. И на вкус это, конечно же, просто сказка. Для вас попробую эту печеньку, конечно же. Очень вкусное печенье, в меру сладкое. Тает во рту, рассыпчатое, как оно должно и быть. Поэтому, дорогие мои, пользуйтесь этим рецептом на здоровье. Вам желаю всего доброго. Спасибо, что смотрите, комментируете. Подробный рецепт, как всегда, под видео в описании. Пока-пока.